По данным Тверского Росгидромедцентра, на территории области в период с 18 по 19 число ожидается прохождение комплекса опасных метеоявлений в виде усиления порывов ветра до 22-25 метров в секунду. В связи с этим увеличится риск аварий на объектах ТЭК и ЖКХ, в первую очередь электроснабжения. Это обрушение строительных конструкций, широкоформатных конструкций, ветхих строений, деревьев. Попрошу быть бдительными, внимательными, без необходимости не выходить из дома